Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим лепешку с творожной начинкой. Это еще один вариант вкусного и полезного завтрака. Для приготовления нам потребуется 2 тортильи. Можно вырезать круглые лепешки из лаваша, 50 грамм полутвердого сыра, 100 грамм творога, у меня 5% жирности, 1 яйцо, 1/5 чайной ложки соли. При желании можно добавить любую зелень. К творогу добавляем соль, яйцо, натертый на крупной терке сыр. Перемешиваем. Получившуюся массу распределяем по лепешке. Накрываем второй лепешкой и слегка прижимаем, не сильно надавливая, чтобы начинка не вытекла. Чашу мультиварки ничем не смазываем. Выкладываем туда лепешку. Чаша холодная, предварительно ее не нагреваем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution ColorCook 88 на режиме выпечка 10 минут. Через 5 минут лепешку необходимо перевернуть. Прошло 5 минут, аккуратно переворачиваем. Снова закрываем крышку и доготавливаем. Лепешка полностью готова. Вот такая лепешка получилась. В ней достаточно много начинки. Я ее разрезала на 4 части. Здесь 2 полноценные порции. Сама лепешка получается очень сытной и вкусной. Уверена, что такая лепешка многим придется по вкусу. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!